Необычная акция в Индии. Индийцы требуют не выносить Ленина из мавзолея. Коммунисты из индийского штата Западная Бенгалия вышли на улицы, протестуя против возможного захоронения тела мирового вождя пролетариата. Манифестанты сжигали портреты российского премьера Путина, обвиняя Кремль в оскорблении памяти основателя Советского Союза. Капиталистическое правительство России объявило, что тело Ленина, которое покоится в мавзолее на Красной площади, будет уничтожено. Нетленное тело товарища Ленина, который был уникальным сыном мировой цивилизации и архитектором революции. Он не только российский, но и мировой лидер. Его тело – источник вдохновения для всей планеты.